Здравствуйте! Сегодня суббота, и мы приехали в город Дудерштадт. По субботам здесь всегда проходит ярмарка. И вот мы выходим на главную улицу Дудерштадта из маленькой узенькой улочки и сразу попадаем на цветы. Посмотрите, хинацея желтого цвета, белого. А вот это красного цвета, такие красивые кусты, шикарные, просто загляденье. Рядом зайчья капуста, как мы называем эти цветы, а цветок, он уже начинает цвести. Дома таких цветов очень много было. А это вереск. Вот необычного оттенка увидела, лимонного цвета. Ярко-желтый, с зеленым оттенком, очень красивый, оригинальный цвет вереска. Вереск, скажем, розового, фиолетового, белого цвета, но часто встречается, а вот ярко-желтого оттенка не часто. А это наши любимые цикламены. Мы приехали на ярмарку уже в час, и уже все собираются. Ярмарка, наверное, до часу, до полвторого, потому что все начали быстро собираться. Но мы еще успели купить хризантему, вот такой шикарный куст ярко-желтого цвета, сентябринки. Да, вспоминаем свой дом и цикламен. А вот флоксы только еще будут цвести. Цветет люпин. Розовый, традиционный фиолетовый. И вот цветы, не знаю, как называются, оранжевого и желтого цвета. Во многих городах Германии мы их видели, но не знаю названия. Это сентябринки ярко-фиолетового цвета. Дельфиниум какой красивый. Эхинацея розового цвета. Колиусы всевозможные. Вот, и знаете, что увидели? Не поверите, бруснику. В горшках продают бруснику. Кусты все в ягодах, так много ягод. Но вот здесь вот еще зеленоватые, только начинают поспевать. Но есть и с розовыми ягодами, с красными, и очень много бутонов. Вот здесь розовые ягоды, а бутоны такие, не бутоны, а цветы. Напоминают цветы ландыша, мне напомнили. Это зелень, петрушка, укроп. Базилик, мята в горшочках. Вот такие тут шикарные кусты. И все по 2,50. И здесь еще продают клубнику в горшках. Почему-то мы не догадались купить эту клубнику в горшках. И традиционно на цветочных рынках, на цветочных здесь базарах продают букеты. Сегодня букеты из цинии. У нас в Украине их называют майоры, эти цветы. Всевозможных оттенков. Красивые, яркие такие букеты. А здесь букеты уже с георгинами и с розами, и с подсолнухами. И вон цветущий очеток уже. Красивые, осенние, яркие букеты. Перешли уже к другой торговой точке, тоже цинии и астры. Астры здесь очень редко увидишь. Ну, а вот эти композиции, где вереск и цикламен, по 17 евро корзиночки. Вот брусника, видели, вся-вся в ягодах, в красных ягодах. Бруснику, я говорю, в лесу ты не сразу найдешь, а здесь уже в горшках и с ягодами, и с цветами. Пожалуйста, какая хотите брусника. Вот видно, что уже все собираются потихонечку. Уже и народу очень мало покупателей. Ярмарка с самого утра. Вот эти мне цветы понравились для оформления клумб. И вот эти в горшках тоже очень понравились. В сочетании с яркими цветами очень красиво. Это тыквы. В супермаркетах такие маленькие тыквы продают, а здесь огромные, по 3,50, а по 5 вообще гиганты. Очень большие. Здесь смотрятся не очень большими, но на самом деле огромные. И вот возвращаясь к этому вереску, посмотрите, какой цвет желтый. Очень красивый. Кстати, комбинируют в одном горшке по 2-3 цвета и очень симпатично смотрятся эти цветы. А мы зашли за церковь святого Кириакуса. Вот, и увидели дерево, первое дерево, наверное, в Дудерштадте, с желтыми листьями.
На дворе-то осень, а в городе все деревья стоят зеленые, кроме вот этого дерева. Зеленые и уже желтые листья. Да, осень потихонечку приходит и в Дудерштадт. На фоне голубого неба шикарная картина, просто шикарная. А мы возвращаемся уже к стоянке. Здесь памятник Деве Марии. И еще увидели, кусочек осени. Вот японская айва. Так кусты цвели шикарно, обильно цвели. Цвет такой лососевый у этих кустов. И вот, пожалуйста, навязалась айва. Вот это уже осень, точно осень. Всем желаем хорошего осеннего настроения, ярких красок, хороших эмоций. Всего доброго. Пока.